Всем привет, с вами Кунтос и мой новый видос. И это влог моя аттестация и выпускной. Аттестация снята достаточно динамично, так что приятного просмотра. Так, девушки, выстроились, как мы на сцене станем. Сейчас мы идем в актовый зал. Привет, вы в Ютубе. А вот человек, который хотел попасть в влог сам, не насильно. Я тоже хочу. Назвали мое имя, и я вышла на сцену забирать свой аттестат. И попутно мой классный руководитель дала нам школьный журнал. И нас там, когда мы спускались, фоткали. Я получилась смазата, ну, да. Вот так все происходит. Вот, мне выдали мой аттестат. Я хорошистка. Да. А вот нам мы сделали такой журнал. Уа. А это фото было сделано после аттестации, когда все классы говорили ответное слово. И у нас это был гимн школы, который мы учили очень долго. Аттестаты. Вижу его последний за 2 года раз. Мы написали письма в будущее. Я много чего написала, я дольше всех писала. Вот, и через 5 лет мы должны открыть этот конверт, ну, и встретиться, как бы, будет встреча выпускников. И также родители нам подарили подарки. Это вот такие именные полотенца. И также вот такая коробочка. И здесь вот такая флешка. Тоже выпускник 2021 и имя с фамилией. И потом мы с классом вышли на школьный двор и пофоткались на вот этой фотке. Видно, что мы с девчонками отошли и сами там фоткались с учителем начальных классов. Сейчас я уже одета, и мы с мамой, которая пытается меня сфоткать, идем на мой выпускной. Уже мы приехали практически в центр города. Вот. Сделала круг вокруг себя. Сейчас мы идем в кафе. Боже мой, как светло. Вот у меня накруточка, вот у меня макияж, вот накаточки, маникюрчик. Вот платье и кроссовки, потому что туфли, я поняла, я не смогу одеть вообще. Вот, поэтому вот так. Так что, идем. Это где мы будем кушать и танцевать. Вот я красивая такая. Вот. Ну, то есть вот буковка П. Вот такое место, стиль лофт. Ну, алкоголь меня не снимает. Так, и теперь мы идем на улицу. Это кафе, вот здесь такой шарик. Такие штучки. Я. И вот, выходим вот сюда. Сейчас мы идем уже в кафе, есть, тусить. Побежали, 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 побежали. Мы покричали, мы поиграли, мы потанцевали, и это было просто шикарно, и я настолько отдохнула душой, прокричалась вообще максимально, и вот это вообще, это просто шикарно. Ребята, танцуем, вспышка! По собой!
фоточки делала моя мама, когда видела, что я устала и садилась просто отдохнуть. И она подходила и фоткала меня. Под конец были самые душевные моменты. Мне кажется, мы с классом сблизились гораздо больше, чем за 2 года учебы вместе в одном классе. Да. Когда последний раз я взяла камеру, было 23:03. Я уже устала, да, правда, но мне хотелось побыть там до победного, знаете, вот пока все не разойдутся, я не уйду. И, кстати, это у меня получилось. Я ушла одна из последних. И потом мы с мамой прогулялись пару остановок, вызвали такси и поехали домой. Так что всем пока, с вами была Викунтос в таком необычном образе, с таким макияжем. Теперь вы будете видеть меня такой чаще. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Но выпускной был просто шикарный, я его запомню максимально надолго. И просто что хочу сказать... Что хочу сказать одноклассникам, бывшим одноклассникам, что прям ребята максимально хорошие, если вы меня смотрите, спасибо вам за то, что вы были в моей жизни, что вы хорошие. Так что всем пока, с вами была Викунтос и мой блог выпускной. Всем пока-пока!